гуляя по ночной Малаге. Вот здесь вот, как всегда, брошенный самокат. Посмотрим, что здесь за характеристики. Какое-то устройство вот под рулем. Телефон ложить. Здесь какой-то бокс. Может быть, там все это электрооборудование стоит, ГПС какой-то. Непонятно, как этим пользоваться. Как он работает. Болт приложения еще срабатывают. Вот эти приложения надо скачивать под другие испанские прокатные самокаты.